Эй! Ты что творишь-то? Так не надо делать. Во-первых, ты мне уебал прямо по глазу, блядь. Зачем ты так делаешь? Тебе такси нужно? Ты вызывал? Да. Это пиздец. О, привет! Да что-то понять не могу, в какой-то парк вписался. Убогий, такси соси. Ни деньги вывести нормально не могу, ни заработать ни хрена. Служба поддержки полная шляпа. Короче, считаю эти копейки, блядь, и плачу. Думаю, какой бы парк перейти. Я проработал в многих таксопарках, но не мог найти идеальный. Выход нашелся. И я открыл свой собственный парк. Теперь у меня моментальные выплаты, отличная служба поддержки и невероятные заработки. Подключайся к таксопарку «Такси Хайп», и все у тебя будет хорошо. Правда, девочки? А что ты такой агрессивный-то? А что, назад нельзя было сесть? А что я должен сзади ехать, если меня, если я спереди езжу? Ну ты, может, и спереди ездишь, блядь. Здесь куртка вообще моя лежала, нахуй ты ее назад-то кинул? Ну если нет. Ты приезжаешь к клиенту, ты должен нахуй куртку убрать куда-нибудь? Я-то, может быть, и должен. Просто, во-первых, ты не трезвый. Это вообще пи***ц. Ты просто выходишь, садишься. Да я вообще охуел, если честно. Ну так не надо делать. А как надо делать? Я не знаю, надо спросить как минимум, задать вопрос, можно ли куртку убрать. Я понимаю, что ты набухался, у тебя смелости в огонь. Я тебя могу так же, как куртку, на заднее сиденье, не понимаешь? Я не повезу тебя. Ну попробуй, повези. Ну попробуй не повезти. Сейчас просто выйду и на туре тебя ебу. Понимаешь? Ну я тебе реально говорю, сейчас выйду и ебу тебя. Ну потом у тебя будут проблемы нахуй. Какие? То, что меня ебут. Ну какие у меня будут проблемы, скажи мне. Мне просто интересно. Ну развей тему, скажи, какие проблемы. У тебя будет проблема, потому что как бы ты приехал на заказ, нахуй, и не удовлетворил своего клиента. Сейчас я тебя удовлетворю, клиент. Блин. Ну, я сейчас охуеешь от удовлетворения, блин. Я тебе отвечаю. Ну подогрей меня еще чутка, блин. Давай. Грей меня. Ну грей. Сейчас я тебя разогрею. Разогреешь меня сейчас? Да. А ты такой, ничего, в принципе. Давай, это... Смелый, пи***. А что, нет? Как синька, вот, море по колено и хуй через плечо, да, блядь? Я хуй просто от людей, блядь. Это пи***ц. Я не повезу тебя. Я тебе сказал, ты можешь жаловаться, что хочешь, делай, мне похуй, выходи. Пока я еще в сознании, удачи. В добром, понимаешь? Давай тебе удачи. Желаем счастья в личной жизни. И удачи. И удачи во всем. И будьте повежливы с клиентами. Да? Да. Ты охуел? Ты вошел, скинул куртку, дал мне поебать, еще говоришь, повежливы с клиентами? Да я тебе дарю здоровье сейчас, чтобы ты понимал. Я тебя отпускаю, дарю тебе здоровье. Ты сегодня второй раз родился. Я тебе отвечаю, да, ты просто не понимаешь, в каком ты счастье. Просто иди, и все. Вот иди, я тебя отпускаю. Иди, я отпускаю тебя. И тебе удачи. И мне удачи. Давай, пока я еще могу себя контролировать. Не гвоздя, не жезла. Да. Дал поебать, потом сказал, давай, все, иди, ёпта, алкаш. Удачи, блядь. Это пи***ц какой-то на... Просто... Что было? Я думал, он... А если бы в глаз? Он нормально ебал. Не молнии прямо под этот самый. А если в глаз? Че у людей в башке? Кто-нибудь может мне сказать? Это обострение какое-то, что ли? Это затяжная осень без снега, бесснежная зима, такая затяжная осень. И у людей просто обычно то, что
происходит сезонно, у этих просто бах, штырь в башку, и все, пропали люди. Ах. Не, ну, я понимаю, я понимаю прекрасно, я понимаю прекрасно. Я понимаю, я отдаю себе, сука, отчет во всем. Я спокоен, сука, и уравновешен. Я все детализирую, анализирую и принимаю так, как есть. Я бы этого говнюка реально бы сейчас покатил, ебнул бы здесь у метро под камерами. И потом бы за***ся отписываться, блядь, и рассказывать, почему я это сделал. А по факту, почему я это сделал? Потому что этот муфлон кинул, сука, куртку на заднее сиденье. Ну так себе, да, повод. Мне бы сказали, чувак, ну это 3 года как бы. Но вот вы все видели, и вы все должны, вот я думаю, что вы все адекватные, вы понимаете, что ебнуть такого, блядь, просто необходимо. Но, к сожалению, российское законодательство неумолимо. Отвечай, блядь. Это пи***ц. Ну, это пи***ц. Это как обычно. Ну, напишите, напишите, напишите. Как всегда, давайте. Давайте, диванные кикбоксеры. Пишите, надо было его, сука, убить, размотать, баллоном залить. От А адекватные люди, напишите, ну надо было его шлепнуть. Он же хотел меня разогреть. Блин, он же хотел меня разогреть. Он же хотел меня разогреть. Надо было дать ему меня разогреть. Не знаю, зачем я так много болтаю. Надо делать отмену. Сейчас еще время пройдет. Ой. Короче, пора закрываться в тачке. Чтобы не открыть было снаружи. И, соответственно, просто смотреть через окно, чуть опускать и смотреть, типа, что за люди там стоят. И пытаться хотя бы дифференцировать их. Кто, что, как и куда. Ой, блядь, непростая работа таксиста. Непростая. Что в 90-е она была непростая, что сейчас. Час от часу не легче. Спокойно. Спокойно. Спокойно.